Везде инструкции, уставы, пункты регламентируют полезное в работе. Но если спорщики свои зануды-скунсы и перелазят через ограждение бортик, затем аварии, пожары, катастрофы, крушение поездов на вышках, самолетов, и моделирует компьютер Иван Фасы в профиль, что сорвало прокладки и заклепки. И горы грузов позади инструкций, порушенных безумно, нагло и безбожно. Зовут к ответственности и нещадно трусят. Приходится в судах рвать рты им через вожжи. Святая Библия полна ограничений, подробных изъяснений, как и что. По-человечьи. Но человечки люди, каверзные черви, все на авось, верхом, и тешутся мечтой. И не сама с собой трагедия случилась, тому вела небрежность постоянно. Как в подоле запуталась, уже в глазу лучина, не сверлась с крыши, провалилась в яму. Попы сегодня лгут, подмахивая подпись, что ничего не значит жены без платков. И что в мужской одежде нет запрета вовсе. Доверься только батюшке, и будет все легко. Но Библия, но Бог всесильный Иегова, зачем же нам вмонтировал навечно свои инструкции, напоминаю снова. Этим нас весьма серьезно лечат. Где жизнь без правил, явный беспредел, анархия, безбожество, горе и бедлам. Там дьявол святости напер и ослепив раздел. Слепец сущащий плод поделит пополам. Лжеправославие, тьма диких суеверий, морг, к преисподней торная дорога. Отвергнув страх, в ад лбами долбят двери. Всех одураченных попами запрещают трогать. 2 августа 2010 года.